Всем большой привет! Пропускаю я последнее время каталоги Faberlic, не в каждом делаю заказ, но с огромным удовольствием сделала заказ в последний день действия второго каталога. Поэтому мы сейчас, когда уже все смотрят третий каталог заказы, я вот созрела на второй и сейчас вам покажу, что же я заказала. Перед собой вы видите подарочный пакет, на них скидки не было, и цена, которая идет в каталоге, так она идет полноценная, 40 рублей стоит. Посмотрите, какая весенняя красота, влюбилась в дизайн, взяла на самом деле для себя. В таких пакетиках я очень что-то люблю хранить, на самом деле они широкие, в них удобно что-то складывать в ящичках, то есть стоят они так друг за дружкой, как-то вот симпатично, и что-то хранится, посмотрите. Ну и подарок оформить в такой, это просто красота, да, прям целая картина. Вот такое вот веяние весны 1 марта ко мне приехало. 40 рублей. Именно размер этого пакетика, у них тут написано просто размер L. Это надо в каталоге смотреть конкретные размеры. У них они на самом деле вот, видите, идут. Давайте покажу. Вот размер L видно, да? 26 на 20 и на 10 сантиметров. Самый большой XXL 37 на 40 на 12. Вот такая красота. Вверху так. Еще я смотрела вот на этот пакетик. Но не взяла. Это у меня третий каталог, по которому я тоже уже сделала заказ. Не дождавшись каталога, я его сделала сегодня и придет 4 числа. Ну что ж, теперь было у меня в заказе, посмотрим. Концентрированный биогель для мытья посуды, цитрусовый микс. Цена по каталогу была 189, и мне достался за 151 рубль. Уже брала такое средство, он подходит хорошо для жесткой воды. И биоформула антиналет. Мне очень понравилась эта линейка Гринли, но по отзывам я заметила, что не всем понравилось. Очень красивая каплеобразная такая бутылочка. Мне нравится вот этот зелено-бежевый цвет. Как-то вот действительно натуральное, что ли, вот полезное. Не знаю, когда зелень, мне кажется, это что-то такое полезное, безвредное. И следующее средство, концентрированное средство для мытья посуды с ароматом эвкалипта. Эвкалипт у меня всегда лидирует. По ароматам, конечно, нет, но то, что содержит антибактериальные компоненты и подходит для мытья детской посуды. Вот про антибактериальные компоненты для меня это большой плюсик. Когда в семье кто-то болеет, как бы мыть посуду более безопасно этим средством. Хотя, понятное дело, что сейчас многие напишут, что любое средство безопасно отмывает все микробы, да? Ну или почти все. Но в любом случае, вот мне захотелось именно этот, я взяла. В следующем каталоге заказала уже новиночку. В прошлый раз пропустила, почему-то не заметила. Третье средство появилось и хочу тоже попробовать. По-моему, с макадамией, но с чем-то таким ореховым. Следующее, что я взяла, это силиконовую зубную щетку. Цвет зеленый. Стоила она всего 99 рублей и вышла 79 мне. Только сейчас вот буду эту открывать. Может быть, эту положу в запас, другую открою, но взяла на запас. Именно точно такая же у меня, только, может быть, в другом цвете розовая, уходит на покой. Очень нравится. Здесь средняя жесткость, силиконовые, действительно, вот эти щетинки, они настолько безопасны, не травмируют совершенно десны. Мне нравится, вот прямо очень она мне нравится. Написано «Инновационные технологии, силиконовая зубная щетка». В восторге я от нее осталась. И из трех щеток по каталогу это самая как бы бюджетная, самая по деньгам дешевая. Мне понравилось качество, мне понравилось, как работает, как она. Кто любит мягкую щетину, она подходит как раз для мягкой, щадящей чистки зубов. Следующее, что я взяла. Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз из серии Axiology. А нет, Axiology. Кислородное дыхание.
Цена была очень выгодная, 179 рублей, бывает и 229, но вот сейчас была хорошая цена. 143 мне обошлась. Единственное, вы знаете, я хотя и говорю, мне обошлась там, например, в 143, но доставка 99, каталог 40 рублей и как бы уже 140 рублей. То есть набрал на 1000, скидка у тебя 200 рублей, а 140 плюсом идет и выходит практически цены каталога ты оплачиваешь. Ну, 60 рублей каких-то там выгоды вышло с 1000 рублей. Ну, получается, что в принципе цена каталога. Вот, поэтому 179 рублей для каталожной продукции именно Faberlic — это хорошая цена. Вот такая двухфазочка. Не первый раз беру, уже оно у меня было и пользуюсь с удовольствием. Следующее — шампунь-гель для душа 2 в 1, мужской. Выглядит вот так. 139 рублей он шел по каталогу. В этой линейке еще несколько новиночек было за последнее время, включая мыло. И мыло тоже покажу, но правда в упаковочке. Вот так оно выглядит. И если видно, что у мыла голубые надписи, да, здесь желтенькие. Вот. В общем, шампунь и гель для душа выглядит вот так. Берем вновь и вновь. У мужа один уходит в пустышки, другой открывает. Сейчас в запасе не осталось, и поэтому я ему заказала, чтобы было. Следующее. Я просто, знаете, согласно чеку так иду, чтобы с ценами не запутываться. Вот как раз туалетное мыло мужское, 79 рублей, марка Экстра. Но вообще мыло у Faberlic все идет под маркой Экстра, поэтому... Очень красивый кусочек, квадратный, темно-серо-голубой, такой вот под цвет практически буквок. Но мне жалко пока открывать, хочу его пока оставить, в свою коллекцию положить. Мыло будет не одно. Фигурное туалетное мыло «Цветущая вишня» из серии Story. Также марка Экстра, 59 рублей. Выглядит оно вот так. Никого не напугала, сейчас, секундочку. Как же без спецэффекта, да? Выглядит розовым цветочком, красивое, но мне очень хотелось вот такое позитивненькое мыло тоже иметь в своей коллекции. Поэтому вот такая новиночка тоже у меня будет. 59 рублей. Следующее фигурное туалетное мыло «Очищение и питание» серии Love, ну, также марка Экстра. Цена, что-то у меня тут цена какая-то большая, 80 рублей, по 40 что ли, не знаю. Ну, в общем, вот такое еще мыльце, это овечки. Вот такие милые овечки, мыльце в форме овечки. И мыло беглец, которое сейчас грохнуло на пол, вот, две одинаковые. Я открывать тоже не буду, потому что хочу вторую подарить овечку. Одну себе взяла в коллекцию, а вторую хочу подарить, поэтому обе пока... готовится одно в коллекции, другая на подарок. Следующее, что я взяла. Так, с цветущей вишней я вам показала. Пакет показала. А дальше мне в подарок за 1 рубль приехали колготки из шерсти. Плотность 120 ден, цвет серый меланж. Размер я выбрала L. По-моему, ну, я могу ошибаться, но я думаю, что всем в подарок со вторым каталогом, может быть, таким тунеядцем, как я, кто каталоги пропускает, не знаю. Но вот шел такой бонус, как колготки за 1 рубль, 120 ден. Теплые, с шерстью, действительно. Я их не стала доставать, вот так приоткрыла. Ну, видно, что это действительно теплые, хорошие колготки. Эта зима уже заканчивается, поэтому я не хочу их сейчас из упаковки доставать. Но в любом случае, я вижу, что... то, что я люблю. И цвет прямо мой любимый. Обычно у меня такие колготки всегда есть. Последний раз в Васильке брала. Классненький вообще подарок. И в отношении размеров там было всего два размера. Элька, которую я взяла. А вторая я не помню, какая была. По-моему, эска, что ли. Но я побоялась брать эску. Мне бы вот эмку самое лучшее взять. А эска идет от 55 килограмм до 65, и рост 166-160. Так-то оно мне тоже бы подошло. Но вот мне стало страшновато, и я взяла, представляете, эльку.
Надеюсь, что я в них со свистом не пролечу. Но если пролечу, значит, ну, подарю, не умру. Далее. Так, каталог, я уже сказала, 40 рублей. Косметический спонж. 3 штуки, 129 рублей по каталогу. Приходят эти 3 штуки вот так. Я видела у девчонок, Елена, по-моему, прекрасная Елена, вот последняя, у кого я видела, показывала, как они разбухают и как из этих палочек превращаются классные спонжи. Они жесткие. Сейчас мы с вами один достанем. И мне прям тоже очень хотелось попробовать, что же это за спонж. Тарелка с водой, холодной, кстати, водой. Ну и посмотрим, что он будет делать. Может быть, надо было в теплую? У меня ума не хватило. Конечно, надо было в теплую. Чего ж я глупая такая? Ну вот он уже это увеличивается. Просто не так быстро. Да, увеличивается, но медленно, потому что я его условия создала ледникового периода. Поэтому мы с вами будем мучительно долго сидеть и ждать, когда же он раскрутится, развернется. В любом случае, спонж классный, он будет большой, мягкий, круглый в итоге, сейчас пока овальный, и им хорошо маски смывать. Я хочу именно для умывания или для смывания масок с лица, особенно глиняных, их не так просто. Ну и для умывания такие спонжи очень хорошо подходят, ну, видно, что уже он весь такой надулся, стал мягким. Сейчас я его отожму и вам покажу, прям вот мягенький стал. И вот так вот он выглядит. Такая плотность у него. Достаточно большой кружочек туда вышел. Так, убираем. И что у меня тут было бонусом в заказе? Самое последнее. Это мне повезло. Представляете, на следующий день, 1 числа, уже все ложки чайные были разобраны. Мне повезло. Ложку чайную я взяла радужную. По каталогу 159 рублей она стоила. И приходит ложечка вот в такой упаковочке. Ну, прямо милейшая такая, сердечная. Красивая. Фаберлик Дом. Дом Фаберлик. Давайте посмотрим. Тут ее вынем. Не так и просто это все сделать. Но мы сейчас справимся. Да, вот. Такая упаковочка симпатичная. И вот такая ложка, вы только посмотрите, она действительно очень милая, очень красивая, радужная, вся такая переливается. Вот такая. Прямо как в бензин, в лужу с бензином окунули. Так, что у нас тут? Фаберлик Хом, да? Дом Фаберлик, да. Вот, вот такая красоточка, ну прямо милота милотой. Очень рада, что мне досталось, потому что... приятный такой бонус. В этот раз не стала ни декоративку, ничего, взяла все такое необходимое для меня. Ну, единственное, что вот 3 кусочка мыла я взяла в свою коллекцию, и один в подарок уйдет. Новый каталог. Очень трудно для меня делать заказы на сайте. Куда приятнее полистать настоящий каталог, потому что когда выбираешь, всегда можно вернуться. Всегда можно начать сначала, посмотреть, сделать закладки из того, что хочется, а потом оценить. А на сайте пролистаешь в темпе вальса. Кстати, вот видела вот эти мыльцы, мне очень понравился зрительно вот этот. Но так как они ручная работа, глицериновые, я уверена, что их не сохранишь долго. Ну, а у меня таких, которые хранить нельзя, в коллекции много, которые в очереди на использование идут. Здесь мне очень понравились гели для душа, конечно, потому что там была новиночка с ароматом... где он? Далеко, наверное, улистала. С ароматом ландыша. А ландыши я, это что-то неразделимое. Вот они. Я взяла все 4, конечно, но вот прямо ландыш хочется очень повдыхать, потестировать. Поэтому жду все 4. Надеюсь, понравится. Вообще очень редко аромат ландыша или сирени видишь вот, в косметических средствах уходовых. А тут прямо красота. Жду, жду, жду. Вот оно, это мыльце розовенькое, цветочек, который я вам показала. Девочки, знаете, я что хотела спросить? На
Пока я листала вот по каталогу, вот эти вот супы, каши и прочая пищевая страница от Нечаева, что вы пробовали, что вам реально понравилось? Вот не смогла заказать, я по всем потыкала, и мне слова такие, как кускус, полба, не знаю, ну крем-суп я понимаю, конечно, кашу гречневую тоже, перлотта, я вот как-то тут растерялась. Расскажите, что вам понравилось, что бы вы посоветовали. Потому что хочется попробовать, но вот рука дрогнула, и ничего я в итоге здесь не заказала. Так, тут что у нас в доме? Ну, здесь вот средство как раз, вот оно. Концентрированный бальзам. Я все слово вспоминала, говорю, ведь не гель, а как-то по-другому. Бальзам для мытья посуды. Вот я его с маслом миндаля, аромат цветущего миндаля. Поэтому вот будет эта новиночка у меня со следующим заказом. Но я довольна своим заказом, потому что я сейчас практически ничего не покупаю. Вы, наверное, заметили, что на канале почти нет покупок. Avon, в принципе, и Faberlic, это вот составляет все мои покупки. И то Faberlic больше, так что-то для дома, что необходимо. А в Avon тоже бывает что-то так для души беру, новиночки какие-то потестировать. Но в целом как-то все больше по-нужному. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Напишите, что нравится вам, на что обратили вы внимание в следующем каталоге. Я вот уже сказала вам, сделала заказ небольшой. В 4 числа он ко мне приедет. Покажу обязательно, посмотрим. Но каждый каталог мне сложно делать заказы. Мне каждый раз кажется, что очень сложно даже на минимальный заказ набрать что-то. Как-то вот, хоть и есть новинки, но вот полноценный заказ сделать мне как-то сложновато для себя лично. Не для клиентов, у меня клиентов сейчас нет. Вот, ну все, буду с вами прощаться. Спасибо большое, что смотрите, что остаетесь со мной, ждете мои обзоры. Всем хорошего настроения, с первым днем весны вас и всем пока!